Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу, почему хомяк не пьет воду из поилки. Первая причина. Поилка слишком высоко или же слишком низко висит. Вторая причина. Шарик в поилке не крутится. Проверьте его своим пальчиком. Третья причина. Много сочного корма и ему хватает воды в сочных овощах и фруктах. И пятая причина. Хомяк еще не освоился и боится всего. Шестая причина. Хомячки – ночные животные, и они пьют тогда, когда вы этого не видите. Вода просто отстоялась и стала грязной. А чтобы хомячок приручился к поилке, просто намазайте шарик поилки чем-то вкусненьким. И хомячок сам учует, что же это такое, и будет пить из поилки. И вы еще должны менять водичку каждый день. Ну а если вам это видео понравилось, то поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока, ребята!